Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня я с вами разберу вот этот вот топик. Девчонки, тоже обнаружила на это не ничья модель, как бы не авторская, так что имеем право его разбирать и даже вязать при желании. Так что если у вас это желание появится, реагируем в комментариях. Пожалуйста, я по вашей реакции пойму, если что, оперативно среагирую, и мы его свяжем. Ну, в общем, все зависит от вас, вы прекрасно знаете, те, кто со мной давно. Поэтому, девчонки, вот такой вот симпатичный, непростой, не скажу, что простой. Но если разобраться, то на самом деле несложный. Вот так вот, как бы, такое вот определение. И вроде бы как и просто. Ну и не просто, на самом деле, не для новичка. Ну, для новичка, если, я же говорю, при вашем желании, я сделаю подробный мастер-класс. А обзорчик для тех девочек, которые уже вяжут, которые берут заказы, и я думаю, для них это видео будет полезным. И заказывать этот топ будут однозначно, потому что он очень оригинальный, очень. И по поводу пряжи, пряжу рекомендую хлопок, лен, ну, летнюю пряжу. Вискоза, бамбук, вот, ну, по большому счету, лучше всего, конечно же, хлопок. Вот я даже вижу эту вещицу, а я ее вижу как из хлопка. Значит, что у нас, как бы, давайте разберем сначала спинку. Да, основной узор у нас английская резинка, хотя я бы не рекомендовала, достаточно будет резинки 1х1, вот этой перекрученной, да, как в японских узорах, вот эту крученую резинку 1х1, потому что английская резинка, ну, здесь фабричная, да, а у нас вещь ручной вязки, поэтому, ну, не будем летнюю вещь, как бы, зря уплотнять, зачем это. Поэтому резинка 1х1, и что я могу сказать, даже лицевая гладь тоже будет очень красиво, только в пройме вот здесь, вот перейти на резинку 1х1, вот. Все у нас цельно вязано, кроме горловины, то есть пройму мы не обвязываем, они у нас цельно вязаны. И давайте начнем со спинки. Спинка у нас вяжется просто одной деталью, как бы, этой резинкой набираем. Смотрите, вот по поводу набора петель, здесь, вот, внимание, здесь мы не набираем по груди, нам нужно в обтяжечку, в облипочку маечка, поэтому мы набираем количество петель, рассчитываем по талии, а на грудь она натянется, так как у нас резинка, поэтому там она объемы примет такие, какие нам нужно. Итак, набираем число петель по талии, по самым, теперь ориентируемся на самое узкое место, возможно даже минус 5 сантиметров, потому что знаем, как у нас тянется резинка, и вяжем до проймы. Сокращений на талии у нас никаких нет. Вот здесь вот фотография, как бы, из интернета, она заправлена в брючки, поэтому длину уже корректируйте сами, как вы хотите. Хотите покороче, хотите подлиннее, это уже на ваше усмотрение и на усмотрение заказчика. Вот, если для тех, кто вяжет на заказ. И вяжем до проймы. Далее мы отделяем вот 1, 2, 3, 4, 8 петель у нас там в оригинале на вот эту цельновязанную пройму. Ее, если вяжем лицевой гладью, то ее мы начинаем вязать резинкой 1х1, и после нее мы делаем сокращение. Сокращение, кстати, я нарисовала не очень корректно, но сокращение у нас как регланная линия, то есть там у нас сокращается, провязывается по 3 петли вместе в каждом четвертом ряду. То есть через 3 ряда, если мы считаем в первом ряду, да, мы сокращаем. Ой, один раз в четвертом ряду по 3 петли. То есть тот же реглан, но только с большей периодичностью. Не в каждом лицевом ряду, а в каждом втором лицевом ряду. Мы делаем не по 2, а по 3 петли. Ну, по сути, это получится как бы такая вот регланная линия. Ну, нарисовала опять я ее неправильно. Но вот по спинке я вижу чистую регланную линию. И здесь вот укороченными рядами немного, как бы, вырез.
Но вырез, девчонки, не обязательно. Я, ну, хотя очень красиво, да, смотрится, девчонки, именно с вырезом, еще татушка у девчоночки симпатичная. Поэтому незаконченными рядами поднимаем вот эти углы и оставляем. Мы можем оставить открытые петли, можем их закрыть. Горловину я вижу как классическая обвязка, плюс набраны вот здесь вот еще петли для плечика. Вот. И связана обвязка. Так, что же касается передней детали. Вот тут он у нас немного сложнее. Но по сути ничего сложного. Потому что такие вещи мы уже разбирали с вами. Что мы здесь делаем? Мы здесь набираем вот это вот количество петель. Что у меня по... 6, 12. Здесь у нас вот эта центральная полоса. 13 петель. Далее мы вяжем вот таким вот образом, вспоминаем, девчонки, вспоминаем, как мы вязали юбку. И мы уже такие вещи разбирали. То есть здесь мы вяжем вот таким вот образом, набираем петли, здесь добавляем. Так как здесь мы убавляли в каждом четвертом ряду, мы здесь добавляем в каждом четвертом двойной накид. Внимание, двойной, дырочка, смотрите, у нас ярко выражена, большая дырочка. И добавляется там как бы по 2 петли, но в четвертом, опять же, в четвертом ряду, один раз в четвертом ряду по 2 петли, то есть это 3 петли, это провязано 3 петли вместе, осталась одна, а здесь мы добавили двойной накид. Далее вяжем вот эти, здесь нам нужно дополнить вот эти углы. При вот этом вот косом вязании здесь мы добавляем в каждом лицевом ряду по одной петле, то есть в каждом, ну, через ряд, в каждом лицевом просто. И вяжем мы каким образом? Вот таким вот. Возвращаемся. Пока мы не заполним углы. Я думаю, девчонки опытные понимают, о чем я говорю. То есть мы дошли вот до этой точки. И от этой точки, когда нам мы уже как бы дошли до той точки, здесь все мы вяжем резинкой, доходим до боковушек. Эту, к сожалению, вещь у нас не получится связать в круговую. Но мы можем прихватить, как бы привязать ее уже к готовой спинке, чтобы не сшивать здесь. Я же говорю, если захотите подробный мастер-класс, я вам с удовольствием его сниму и свяжу эту маечку. Вот, и мы доходим до этих точек. Далее, когда мы дошли до нужной нам ширины, вот которая соответствует спинке, мы здесь начинаем убавлять в каждом лицевом ряду по одной петле. По одной петле, и тогда у нас уже пойдет ровное полотно, но оно будет вот так вот вывязываться, да, таким вот образом оно пойдет. Далее, когда мы дошли до проймы, опять же отделяем 8 петель на пройму, и здесь уже мы делаем сокращение по 3 петли, провязываем, то есть сокращается 2 петли, но мы провязываем по 3 петли после 8. 8 петель у нас как бы идет вот эта вот планка, и здесь вот она идет, а здесь мы сокращаем по 3 петли. И далее опять же в конце, уже когда мы остановились, мы вывязываем вот эти вот уголочки на вырез горловины. Все, потом у нас, если мы прихватываем за кромочные к спинке, у нас остается только здесь срез, либо открытые петли, либо закрыто. Тогда мы набираем по кругу, здесь у нас спинка, здесь у нас передняя деталь, и здесь по плечику мы добавляем немного, там петель, может, не петель скажу, потому что плотность разная, ну вот так вот, сантиметров 7, не более, мы добавляем и вяжем по кругу горловину. Там я вижу как бы ложная вот эта кетлевка, и классическая горловинка, резинка 1 на 1. Ну и закрываем все петли. Я же говорю, кажется сложным, кажется простым. Вот разные ассоциации он у меня вызывает. Эффектный, очень эффектный. И тем более белый цвет. Очень красиво. Ну, в общем, девчонки, пишем, что мы хотим, не хотим. Если хотим, я быстренько реагирую, буквально в тот же день или на следующий начинаю вязать. Этот топ долго не будет, так что дней 5-7 у меня это займет, и я вам предоставлю это видео. В общем, жду вашу реакцию. Все, на сегодня, девчонки, все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.